Муромский театр «Кукол Франт» отправился на гастроли. Тур по Владимирской области со спектаклями стал возможным благодаря гранту, полученному театром за победу в конкурсе социальных проектов. Подробности выяснял наш корреспондент Анастасия Белова. Что же, их съели? Ой, ну конечно, девочка, я их съела. Успешная работа артистов театра отмечается грантом уже не в первый раз. В этом году театр «Кукол Франт» стал победителем областного конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. 150 тысяч рублей труппа получила за постановку спектаклей «Диковинки земли Владимирской». Он знакомил детей из детских домов, социально-реабилитационных центров и приютов с историей региона. В этот проект войдет еще два спектакля краеведческой тематики. «Сказка о Степке-пастушке и Владимирском рожке», и «Дунька-морфушка», и «Ковровская игрушка». С этими спектаклями мы поедем по всей области, заедем во все детские дома, практически во все социальные центры, где дети подходят нам по возрасту. Цель областного конкурса – социальная адаптация и повышение качества жизни детей, которые живут в многодетных семьях, лишены родителей и дома, находятся в трудной жизненной ситуации. Постановки и спектакли кукольного театра «Франт» помогают малышам почувствовать себя такими же, как все. У нас стартовал конкурс, фестиваль для ребятишек из многодетных семей, для детей-инвалидов, воспитанников социально-реабилитационных центров, детских домов и приютов нашего округа. Называется он «Пока не поднят занавес». Детишки представляют свои работы в четырех номинациях. Литературное творчество, эскиз костюма театрального, куклы и декорации. И по итогам всех этих работ, в конце ноября, 28 числа, мы поставим спектакль. Представления театра «Франт» делают маленьких зрителей счастливыми. Позитивные эмоции и отдача – вот что, по словам артистов, главное в работе с детьми. Анастасия Белова, Александр Симонов, Новости Муром.